Коммунисты Ленинского местного отделения КПРФ оказали помощь жителям домов на улице Гайдара. Партийцы навели порядок в этой захламленной, заброшенной властями части Порт-Артура. Среди активистов секретарь Ленинского местного отделения КПРФ Гагик Микаэлян. Коммунист и его помощники собрали многочисленный мусор и старые ветки. Обломки деревьев долгое время лежали возле электростанции и создавали пожароопасную ситуацию. Лежат уже зимы. Зимой накидали, с осени. Осенью уже все начинали спиливать, ложить, приносить. И потом еще добавили на субботник, когда был, добавили. Поэтому так получилось, что никто не вывозит. И так это много округов бедствует вот от этого. Пожароопасный объект рядом со стратегическим объектом, который весь микрорайон обеспечивает электроэнергией. Вы же сами понимаете, что это неправильно, так быть не должно. И за это отвечает какая-то из городских служб. Есть проблема, коммунисты ее решают. За несколько часов работы представители КПРФ во главе с Гагиком Микаэляном смогли навести идеальную чистоту. По признанию жителей, такого порядка эта территория не знала много лет. Я искренне люблю свой город. И всячески, когда нас наши жители просят помочь, да, мы всегда готовы выйти помочь, поработать руками. Вот, сделать наш город чище, потому что закончилась зима, да, прошли холода. Город загрязнен. Не всегда муниципальные службы, к сожалению, справляются или своевременно реагируют, да, на просьбы жителей. И жители обращаются к нам, коммунистам, и мы своими руками готовы помочь выйти, сделать наш город чище. Поэтому присоединяйтесь, приходите на наши субботники. Всегда рады. Мы хотим сделать просто район реально чище, чтобы за ним ухаживали, было меньше грязи, просто было приятнее смотреть. Никогда объем труда не пугал. Потом приятнее будет смотреть всем. Народу в том числе. Стоит отметить, что коммунисты нашли применение собранным обломкам деревьев. Партийцы отвезли их в качестве дров нуждающейся многодетной семье. Этого запаса должно хватить почти на весь отопительный период.